Так, всем привет. Сегодня новая локация. Посмотрим, что у нас сегодня будет. Кажется, что-то я вижу. Какой хороший сазан! И прям сходу. Я только приехал. Это просто шикарно. Я даже не успел спуститься, так сказать. И уже сходу первый есть. Причем такой достаточно хороший. Вы слышите, да, как он тянет? Как он тянет? Офигеть. Нифига, какой он сильный. Офигеть, борьба. Я не знаю, сколько там килограмм. Ну, 5, наверное, есть. Наверное. Главное, чтобы плетенка выдержала. А остальное все фигня. Да, жестко тянет, адреналин зашкаливает, офигеть. Так, он, наверное, уже немножко вымотался. Да, а как его поднять-то его? Я даже не знаю. Вот это вот капец проблематично. Так, сейчас мы попробуем по-другому сделать. Блин, как тебе взять-то? Все, я тебя взял. Я тебя взял. Капец. Это просто нечто. Я только приехал. И у меня уже кабанчик есть. Зачетно, зачетно. Ништяк. Блин, стрела хорошо зашла. Я его прямо сейчас даже взвешу.
где мои супер китайские весы. Так, теперь сейчас будем взвешивать. Вес у нас составляет 6315. Отличное начало дня. 6315. Ну что, сейчас поставим на кукан и пойдем дальше. Вижу сазана. Но немного далековато и глубоковато. Опасно ходить. Можно поскользнуться. Здесь очень берег такой опасный. Вот он, хвост, хвостом виляет. Там еще не один был, но я в этого попал. Эх, не попал, точнее попал, а он сорвался. Ну вот так вот бывает, когда чешуя закрывает вот эти вот стопорки. И рыба срывается. Вот такие вот дела. Да и здесь походу этот целое пастбище было. Вон даже там вот был. Короче, рыбы очень много. Вот он плавает, нифига себе, прям возле меня, я его не видел. Офигеть, где ты там? Капец, он тоже здоровый был. Это просто нечто. Это что за место такое? Блин. Вот он. Да что ты, блин, стрела вообще не по траектории пошла. Вот он плавает. Он почему-то даже и не убегает. Он дразнит меня. Он меня дразнит. Где ты там? Иди сюда. Сейчас я тебя достану. Ты смотри, а, что он делает. Он меня дразнит. Ну, где ты? Не хочешь показываться? Вон их, блин, я не знаю, там... Капец. Офигеть. Это что так? Да что ты будешь делать? Как так? Нифига себе, блин. Второй сход подряд. Ну это нечто. Но мне кажется, если было бы солнце, то я не знаю, что там бы на дне можно было увидеть. Страшно представить. Сейчас просто плохо видно. Очень плохо. Блин, берег такой. Толком нормально не походишь. Да, наверное, придется выше подняться. Потому что уже так дальше и не пойдешь. Это плохо. Очень плохо.
Вообще неудобно, блин. Ну, ради таких кабанчиков можно и помучиться. Сейчас трава очень высокая. С одной стороны, это очень хороший плюс. Так сказать, под прикрытием. Рыба тебя не видит, а ты ее видишь. Вот нам бы солнышко, вообще было бы шикарно. Вот сазан проплывает. Вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он, вот он. Где ты там? Блин, глубоко. Нифига не видно. Ушел на дно он. Ушел на дно. А вон он. Всплывает. Есть. Есть. Потащил. Потащил. Так. Снимем пока. Сюда прям ко мне подходит. Нифига себе, блин. Берег здесь какой. Все, никуда ты не денешься. Пробитие сквозное. Вот такой вот сазанчик. Красавец. Так. Как сделать? Тихо, тихо. Сопротивление бесполезно. Отличный сазанчик. Пока выключаюсь. Вижу сазана. Готовимся стрелять. Есть попадание. Есть попадание. Какой сопротивляется, как сильно, а? О, вон там ушел один хороший сазан. Так, здесь, по-моему, можно или нельзя спуститься. Вот
Отлично, отлично. Еще один красавец. Еще один красавец есть. Спокойно, спокойно. Блин, а. Не выходит. Еле вышел. Отличный сегодня день для охоты на сазана. Фух.